Я Ирина Мазалова, руководитель клуба «Черспорта Звезды», и это проект «Тверь Тим». Наш черспорт это является синтез вот всего, чего можно только вот. Самый лучший из гимнастики, самый лучший из танцев, из хореографии, из акробатики. Поэтому нам этим заниматься интересно, и мы этим занимаемся. Для достижения успехов недостаточно. Мы не можем гладить все время детей по головке, да, что они преодолевают тоже так же сейчас. Там, и боль какую-то, да, и преодоление какие-то, и у них есть препятствия, они должны что-то там достигать. Вот. Но им это нравится. Им это нравится, мы им помогаем в этом во всем. С каждым годом, учась больше и больше, я понимаю, что вот год назад я знала меньше. Вот тогда-то я вот этого не знала. А вот сейчас я это знаю. И это дает возможность постоянно расти на самом деле. А потому что так невозможно. А как ты можешь остановиться? Остановиться ты не можешь. Ты должен постоянно идти вперед. Ты постоянно работать. Тебе в затылок постоянно дышат. Ты должен постоянно что-то изобретать, что-то показывать, готовить команду. Ты не имеешь права ошибиться. Вот этот вот момент, когда ты ждешь, когда говорят «три лучшие команды», и вот начинается отсчет, ты оказываешься сначала в числе там трех лучших, а потом, если ты оказываешься лучшей, то вот это мгновение, за него можно